Попробуй дробовик. Спать, сука! Это что, колыбельная схема? Колыбельная схема. Да. Спать, суки, ёб***! Какого хера, блядь? Вежливость, взаимопонимание. Доброта. Ревенант. Гей. Я ему сейчас тащу этому ревенанту, я рейлган взял. Рейлган для ревенанта. Хрена себе ты такой пафосный. Пафосный, да. Где этот? Вон он. Чё это за гомосня? Ну-ка, вот так тебе. Ты так просто, что ли? Ревенант, блядь. Иди сюда, пень. Чё, блядь? Становись, блядь. Идите сюда, скоты. У вас нет ни единого шанса. Идем, выстраиваемся, суки. И ты иди сюда, иди к папочке, скотина. Чё ты там настрелил? Прям в воздухе. Кто еще там? Ты смотри, какой гандандонт. Ты кем играешь? Демоном. Ну-ка нахуй валите отсюда! Злите только меня, черти! Пидорасы! Доброта! Руна демона скоро появится. Это типа круто? Какой-то хуй сзади! Да! Я его сейчас несу! Хуй сзади! По-моему, всё звучит очень опасно. Да блин, куда он движет? Все, минус хуй! Так. Я еще одного положу. Зона потеряна. Мститель. Возвращение. О, и дал, да? Суки. Еще, блядь, где вы там? Ну-ка нахуй не уйдешь. Скотина. Видал, каких там рвал. Еще небольшая порция добра от Андрюши. Доброта. Где ревенант? Да гей он, я его выебу сейчас, блядь. Ну уже попал. Куда ты попрыгал? Дайте мне ревенанта, у меня Royal Gun. Да блядь, я ему оставил там вообще. Далее, с Royal Gun, иди сюда. Бля, это хватит стилить, сука, я за ним бежал полкарты. Ни хрена, он мой. Блять. Ох, суки! Вежливость, взаимопонимание. Доброта. Кто хочет соснуть из рельсы? Ты! Еще следующий. Рельса, рельсушечка, рельсуля моя! Двоих! Какая она крутая здесь! Экспы за то, что судья. Давайте! Вот, становись, блядь! Вот это киллстрик! А я там помощи. Ой, с ноги убили меня, суки! Вежливость, взаимопонимание. Доброта. Видал двойное убийство? Да, тоже неплохо. Я думал, это я так. Это я с рельсы. Ой, кто это такой смелый, блядь? Втащил мне. Ну-ка иди сюда. Где он? Вот так вот, вот. Ой!
Я не ожидал, что такой прямой попадет. Ой! Что-то гандьё, блядь, ебаное. Такой, ха-ха, в остатке. Ласт. Ой. Ни хрена меня захуярили, суки. Кто это пидор? Как бы ответ не заставил себя получить. Сразу вопрос-ответ. Говноеды. Я ему коленом, блядь, сломал челюсть. Гвоздь программы. Гвоздь программы. Блядь, пушка Гаусса опять. Где эта пушка Гаусса? Блядь, нашел. Закон притяжения. Закон притяжения. О чем думаешь, то и притягиваешь. Руна демона скоро появится. Как мудрый. Руны, какие руны? О, руна демона. Хер ночевал. Не успел ты на руну демона, да, сука? Иди сюда, тварь. Все в очередь, скоты. Я представляю, Андрею игры озвучивать. Просто плюс сток популярности игры. Озвучка главного героя. Иди сюда, гнида. Это вроде смешно. Нет, это серьезно можно озвучивать. Доброта. Опять. Да, доброта прям прет. Отовсюду. Доброта, суки! Знаете, куда я пошел? За рейлганушкой. Подожди ты, дай мне хоть раз ее понять. Рейлганушка моя. Ой, моя рейлганушка. Ну-ка нахуй, в очередь, суки, на дети. Ай, где? Где, сукины дети, вы у меня? Сзади какой-то гомосек, на тебе! Опять! Мы киберспортсмены, все. Ну, тыдын-то, друзья. Наверное, вы уже сами догадались по ролику, что я остался очень-очень доволен беткой грядущего Doom. И он по-прежнему остается в моем личном топ-3 самых ожидаемых игр 2016 года. Вы спросите, а какие две другие? А попробуйте сами догадаться в комментариях. Это сделать очень просто, как два пальца вот так об этот самый. Собственно, я считаю, что игровое сообщество соскучилось по временам Quake 3 Unreal Tournament, и именно этого сейчас очень не хватает в нашем с вами игровом мире. И уже буквально через месяц мы вместе с вами окунемся в этот брутальный мир и покажем адскому вторжению, кто хозяин на Марсе. Заставим трястись от ужаса весь ад. Это настоящий, классический, суровый, брутальный шутер, в котором нет ничего лишнего, только драка и мясо. Драка и мясо. Кровь и драка. Мясо и драка. Надеюсь, разработчики не оплошают и сделают по-настоящему крутое возвращение легендарного Doom. Всем душевного фана и безумного эпика. Ставим побольше лайков, рассказываем друзьям, подписываемся на канал. Всем пока!